С сентября в городе работает штаб по подготовке к зимнему туристическому сезону. Согласно постановлению администрации, любое средство размещения на территории Сочи должно иметь свидетельство о присвоении категории. Это обязательное правило для каждого ательера или владельца гостиницы. В противном случае оказание услуг в данной сфере будет считаться вне правового поля. Более 1170 гостиниц прошли классификацию, и сейчас около 460, они находятся в различных стадиях. То ли заключили они договора с предприятиями, которые классифицируют, то ли оплачивают это. И это сейчас ведется работа. Есть те, которые, трудно идут на эту работу, поэтому прокуратура вместе с администрацией передает эти дела в суд. Все объекты, где останавливаются туристы, должны не только соответствовать присвоенному количеству звезд, но и отвечать всем нормам безопасности. Антитеррористический паспорт – еще один обязательный документ для оказания услуг. Уделяется большое внимание и вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия. В первую очередь касается это местного населения. В городе проводится большая работа по вакцинации, в том числе и субъектов, которые оказывают услуги размещения, питания. Это обязательное мероприятие для зимнего сезона, потому что, чтобы нам в зимнем сезоне избежать вспышки заболеваний ОРВИ, гриппа в том числе. По данным туроператоров, в этом году Сочи вновь входит в пятерку самых популярных мест для семейного отдыха. В новогодние каникулы ожидается крайне высокая туристическая загруженность, готовиться к которой необходимо уже сейчас. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.